1 А особенный праздничный день. Мы окончили азбуку. Подходит к концу наш первый учебный год. Спасибо, что вы пришли поддержать нас и выделили с нами эту радость. А сейчас мы с вами расскажем вам стишки. Постой. Конечно, буквы тоже важны, но на дворе 21 век. Рада тесто надо провести наш праздник и начнем. Ах да, мы же решили сломать стереотипы и провести этот праздник на природе, чтобы были не просто наши любимые буквы, а что-то более обширное и интересное. Так давайте разденемся в лес и посмотрим, что там происходит. Peace out.
это по слогам. Да. Бута, ялпа, ве судамлалы, лы Азербайджанын зэнгин мэдэни инсина хэсс олнув. Буталарын бирлэшмэсси бирье, судамлалар шэклинде 5 фэгвэ элементи ифаде эдим. Флора ве фауна, ава ве кюлэй, су энерджиси ве кайнат. Gelin tabiatımızı koruyalım. Azərbaycanda isə mən baharın simvoluyam. Mən ən məşhur
Çıkmanla bu olduğumu bildiniz mi? Evvellerde Asya'da bir sende halasında olan dede mühim rol oynuyordum. Ne olsun ki benim mertlerim yoktu ama ben o kadar güzelim ki hiç buna ihtiyacım da yoktu. Kızım Layla diye adım söylemesi benim Ben çok parlak ve zengin bir kişiyim. Azerbaycan'da Layla çok meşhur. Benim adım Kızılay Boylu. Hakkımda Kızılay Boylu. Tepede kırmızı yakalı ve sağır Layla Seher'le. Layla ama Azerbaycan'da için de şekilde kırmızı Layla Seher'leri görebilirsiniz. Tabii Kızılay en meşhur nedir? Özümüz hakkında çok konuşabilirsin. Ama Kızılgül her zaman birinciydim. Ben çok gerilim. O vakit İngiliz kralının simboluydum. Benden çaylak hatırlar lazım olan. Hanımların en sevdiği gülüm Kızılgül. Hakkında çoklu efsaneler, mahlular var. Qara bülbül əsrlər boyu öz gözəlliyinə sənət adamlarına ruhlandırmışdı. Mənim haqqımda mahnılar, bəstələrlər, şiirlər yazdılar. Məni ancaq bir yerə taparsın, Şuşanın dağlarında. Başqa yerdə mən kök salmıram. Qara bülbül Azərbaycan xalqının zəfər simvolu. Bəli, bəli. Bilirəm ki, Şuşadakı musiqi festivalı sənin adını daşıyır. Mən də bilirəm ki, sən şairlərimizin ölmək xatirəsinin rəmzisən. Bu festival hər il cıdır düzündə keçirir və bütün dünyada tanınır. Bu festivalda bundan xalq və bəstəkərlər əsərləri ifa olunur. Doğrudur, əziz dostlar, mən sizə məsləhətim var. Gəlin, mübahisə etmə. Hərəmizin öz gözəlliyi var, elə deyilmi? Thank you.
камышом и сухими ветками. У орла зоркий глаз. Пусть только попробует на нас напасть. Если мы будем держаться вместе, то дадим отпор даже орлу. Это наверху такие хрупкие и нежные птицы. Но на самом деле очень сильные и могут за себя постоять. К нашему озеру часто приходят люди, смотрят нас, кормят нас и не причиняют нам вреда. Вы, как и мы, плавающие птицы, и не отходите от озера. Не видали вы тут орла, который летал сегодня и все вокруг высматривал? Ой, соседушки, видали и очень испугались. Нам много об орлах рассказывали приходящие птицы и животные на водопой. Встреча с орлом очень опасна. Я вам не враг и пришел как друг. А ты нас не обманываешь. Уж очень у тебя большие когти и клюв. И ты сам очень большой и грозный. Тебя все боятся. И птицы, и звери. Можем ли мы тебе доверять? Главный ваш враг – это не я, а человек. Вот вы, лебеди и фламинго, любите рыбу, лягушек и насекомых для того, чтобы прокормиться. Они ведь тоже вас боятся и считают врагами. И я охочусь на птиц и животных, чтобы прокормиться. Так устроена природа, и только лишь человек охотится ради развлечения, истребляет редкие виды, несет хаос и разрушение. Да. И как остановить человека, как спастись, ведь он намного умнее и сильнее нас. Мы, лебеди, засели в Красную книгу. Этот человек туда нас зовет, чтобы нас не истребляли. Да, и фламинго тоже занесены в Красную книгу. Так что не все люди наши враги, а эти защитники. К нашему озеру часто приходят люди, смотрят нас, кормят нас, любуются и не причиняют нам вреда. Не будьте такими доверчивыми. Я с высоты своего полета увидел двух приближающих сюда охотников. Поэтому и пришел, чтобы предупредить. Разве вы не знаете, что в Азербайджане
и соловей и орел занесены в красную книгу. Я и снег и должен вас остановить. Кырмызы штабады, шмыш куштар белеем аллар, олланмасы кадагандыр, вабы тачты горыклары дейт. Птун табиата эстер. Нет, мы не знали, а какие птицы еще занесены в красную книгу? Корова, султан, бар, лебедь, фламинго, тетерев и много других птиц, которые на грани исчезновения. На них нельзя охотиться, нельзя нарушать их покой, пугать, разрушать гнезда. Королей лед, кырмызы тош каз, цай кара бушу, кавказ тетрасы, озгыр карталы шахин. Так что же можно делать? Можно их фотографировать, ставить для них кормушки, любоваться им, слушать их пение, изучать образ жизни. Если бы люди так бы поступали бы, мы бы не боялись их, не прятались бы, доверяли и дружили с ними. Человека называют венцом природы. Тогда же почему люди вредят природе? Это от незнания и непонимания. Сейчас в школах с ранних лет учат детей заботиться о нашей планете. И я уверен, что в будущем поколение восстановит то, что разрушили и уничтожили. Но пока я и мои коллеги не снизим, будем смотреть за этим летом, чтобы никто не обижал и птиц, и животных. Мы соловьи самых данных времен, являемся символами поэтов и певцов. У многих народов по нашей пене ходят легенды, рождают пословицы и поговорки. Азербайджаны нас называют бульбы, и это слово стало псевдонимом и народного певца Мухтарсу Мамеду, который обладал уникальным голосом. Вот мы и посоветовались друг с другом, пришли к выводу, что дружить с вами намного интереснее, чем охотиться на вас. Так давайте же нашу дружбу скрепим танцем. Thank you.
начали в нашем лесу появиться чужеземцы туристы. Все растения на них жалуются, говорят, что они все портят и нарушают наш покой. Тополь из самых древних деревьев, одно из самых древних деревьев Азербайджана, является сорта памятник 200-летнему бельному тополю, высота которого 40 метров. И я хочу дорасти до таких размеров. Ой-ой-ой, меня нельзя портить. Я эльдарская сосна и занесена в Красную книгу Азербайджана. В честь меня даже создан заповедник. Меня осталось очень мало. Моя хвоя очень полезна, богата витамином С и каротином. Я помогаю людям, а кто же нам поможет? Не волнуйтесь, я железное дерево и могу вас спасти, так как я занесена в Красную книгу Азербайджана и прорастаю только в Азербайджане. Вы же знаете о моем уникальном свойстве. Я могу срастаться с любым поврежденным деревом и полностью его восстанавливать. И мне никто не сможет навредить, так как моя кора очень прочная. Okay.
растения. Наш леопард заболел, нужно его вылечить. О, великий визир! Медведь Паша, какое несчастье в Азербайджане! Чайня ставьте по 17 леопардов! Надо спасти нашего шага, иначе это будет большая потеря. Ваше блеск, шах, леопард! Как ваше самочувствие? Ой, плохо мне, медведь Паша! Нехорошо! Ни есть не могу, ни спать! Тому, кто меня вылечит, обещаю полцарства! Ваше вылечит-то счастье под утро в ядру! Поручим принести лечебный страх! Подавите Леран! Посадите нас, помилуйте, мы такие маленькие, миленькие, мы живем в заповедниках, по охране человека, не ешьте нас. Нас мама и штаны очень волнует, мы тираночек пугливы, надо запретить охоту. Успокойтесь, вас не на обед позвали, бегите в лес, загляните на поляну, дальните над каждый кустик, найдите лечебный страх, ах, сейчас завалят. Я слепомник и бурно, все я вылечить могу, и простуду, и урви, меня просто завари, диабет, радикули, если сердце заболит, ревматизм вдруг не хватит и давление подскачет. Ты шиповником лечись, не болей и веселись. Я таблетки еду, на своем стою посту, ни бактерии, ни вирус списка вам не подпущу. Нас избавлю от бронхита, тонатита, фарингита, через одной по части печи, ладу в тишине болейте. Веньки, я розана, мое поле всем ясно, листья, семена, цветочки, от коня спасает почки, ваш желудок и репич, веньки, я, конечно, лечу, от питомицы спасу, много пользы я несу. Я сумас, человек бессмертный, настоящий я волшебник, завари меня и бей, я избавлю от болей. Паразитов сгоняю и сосуды расширяю. Прогоню холестерин, в норме будет инсулин. Я помочь всегда готов, пей бессмертник, будь здоров. Я шафран, зефиран, среди чап я султан. Я полезен, ароматен и на вкус очень приятен. Ни один на свете плох, и шафрана не готов. Я украшу ваш обед, подниму иммунитет, чтоб совсем вы не болели, горели сотни лет. Я шалфей, автор чай, очень я полезен. Многие свойства мои вылечат болезнь. Я сниму зубную боль, успокою нервы. Важную говорю я, вот спеснет во мне первый. Много травы мне принесли, какая же мне из них поможет? Ваше величество, попробуйте каждую, какая-то из них непременно вам поможет. Наша мама Thank you.
Пойду-ка я в горы к своим сородичам. Подождите, подождите. Давайте устроим праздник в честь вашего выздоровления. Пусть по всему музыка звучит. Пусть звучит музыка в нашем лесу, и все танцуют, и звери, и травы.
пожалуйста, что бы вы сделали, если бы в будущем стали бы министром экологии? Я бы ввел очень высокий штраф для загрязнения улиц и дорог. Установил бы много камер, чтобы находить тех, кто мусор. И тогда все люди научились сбрасывать мусор в урны. Я думаю, что сначала бы надо очистить туман, потому что от мусора и химических отходов сладят мыло и носки из животных. Я делаю на самоле самым чистым в мире. Если бы я стал министром экологии, в первую очередь наказать самым строгим образом всех браконьеров, чтобы животные, которые на грани исчезновения, могли жить спокойно, без опасности. Я бы установил много рекламных плакатов и постеров, создал бы социальные ролики, призывающие охранять и защитить, и беречь, чтобы люди осознали, что Земля наш дом, и мы в ответ за уют в этом доме. А вы знаете, что батарейки, лампочки, градусники нельзя выбрасывать в мусор? Они отравляют окружающую среду. Поэтому я бы создал много пунктов вредного мусора. А я бы сам сэкономил водных ресурсов. Ведь прежде вода осталась очень мало. Ее нельзя попусту тратить. Мы должны заботиться о будущем поколении и не оставлять их без воды. Я бы убрала из обихода пластик в полиэтилен. Этот материал веками не разлагается. А если сжигаешь этот мусор, то он отравляет воздух и разрушает озоновый слой земли. Я бы создала много приютов и ветеринарных пунктов для животных, чтобы на улицах не было бездомных кошек и собак. Их бы там кормили, лечили, заботились, а люди могли бы выбрать себе оттуда домашнего питомца. Я бы запретила вырубку лесов и занялась бы озеленением нашей страны, вела бы в обязательную школу программу посадку деревьев. Если каждый ученик посадит хотя бы одно дерево, то мы будем жить в зеленом мире. Я очень люблю птиц, поэтому на каждый день я поставила бы колбушку, чтобы птицы зимой погибали от голода. Ведь птицы там очень нужны, даже где-то на этот вирус на тихо. Для меня экология так в первую очередь чистая вода, потому что меньше портится, а будешь ходить пешком, так и воду будет течь, и будешь там здоровее. Я бы создал много заповедников для животных и растений. Люди могли бы не гулять, отдыхать, изучать флору и фауну, но им было бы запрещено создавать шум и наносить какой-либо вред природе. А я бы защитил леса от пожаров, ведь и животные от лесных пожаров. Страдает много количества растений и животных, и, к сожалению, сами человек страдают так, как они тут под себя костры. А я бы открыл пункты помощи людям, ведь многие выбрасывают мебель, вещи, продукты. А если это будет давать им быть пункты, то уменьшится вред природе. Я бы на каждой улице открыл пункты прямо в охлаждении. Бумагу можно переработать, и для этого не придется вырубать новые деревья. Таким образом можно хватить тысячи деревьев. А реки, ведь их тоже признают. Я бы очистил все реки, так как пресные воды стали больше. И наши море никогда бы не нужно стать, как его питать в реки. Я считаю, что многим предметам можно дать вторую жизнь. Стекло, пластик, дерево, бумага. Все можно переработать и создать заново. Так и мусора на земле станет меньше, а ресурсов больше. Thank you.
Thank you.
Ставите свои предложения, я от вас буду ждать. Большое вам спасибо за ваше выступление. Удачи вам!